приготовим, мы вам вкусно и красиво подадим. Аппетита пожелаем и улыбка одарим. Вот так реутовские повара зазывают к своему столу. На нем аппетитный микс из различных ингредиентов. Салаты и холодные закуски, мясные и рыбные блюда. И десерты. Завершает композицию торт. Им повар Анжела Долгомян особенно гордится. Торт состоит из бисквита, естественно, ванильная промочка, шоколадный крем. И сверху ажурно все это делается, это айсинг. Работа, конечно, ручная. Девочка из мастики, из марципана, лепила сама. Это символ дружбы, мир, любовь. Такие блюда в школьной столовой не попробовать. Времени на их приготовление нет. Но на вкус и качество это не влияет. Все лучшее детям. На конкурсе задачи другие. Нужно сделать красиво. Потому над созданием стола трудились не один час и даже не один день. Пока продумывали, какие-то мои заготовки делали, где-то это. Вплоть до сегодняшнего утра, день и ночь, делали этот стол, готовили. Что-то приготовили заранее, что-то закупили заранее, что-то обдумали, что-то нарисовали, что-то обговорили. Поэтому неделя нам на этот стол ушла. Областной конкурс среди поваров проводится ежегодно. Каждый раз собирает все больше участников. В этом году в искусстве парить и жарить сражались 20 команд. В областном конкурсе мы принимаем участие четвертый раз. В прошлом году мы добились серьезного успеха, заняв первое место в номинации «Лучший десерт». В этом году тоже очень надеемся завоевать призовые места. Выбрать лучших невозможно, признаются члены жюри. Повара устроили настоящий праздник высокой кухни. У каждого есть тема и изюминка. На это обращали особое внимание. В первую очередь мы смотрели на, как я уже сказал, выбранную тематику. Дальше раскрытие этой тематики на самом столе. Дальше сложность приготовления тех или иных блюд. Ну, естественно, общая подача, презентация как самой команды, так и приготовленные ими конкурсные блюда. Итог конкурса «Лучшие повара 2016 года» трудятся в Павлово Посаде и Электростали. Для победы Реутову не хватило всего нескольких баллов. В следующем году команда собирается взять реванш. Ксения Казакова, Артем Мудников для РТВ.